Кеп очень хороший, прекрасный. Особенно для детей здесь много-много интересного. Еда вкусная, повара вкусные, мясо высокого качества. Речка, можно купаться, общение прекрасное, слово прекрасное, очень хорошо. Приезжайте, не пожалеете. Кемп просто прекрасный, благословенный. Очень интересно. Господи Боже, запрошу Тебя, за все Тебе слава, благодарность, Отец и Святой Дух. Аминь. А пожалуйста, дети, родители, наберите детям суп, суп очень горячий. Please do not, kids do not take soup, because soup is very hot. Parents, please give soup to kids. And women and children first. Мой Господь, Иисус, еще все вместе буду прославлять, аллилуйя. Буду прославлять всем сердцем моим, буду прославлять умом моим, буду прославлять всем сердцем моим. Буду прославлять всем сердцем моим, буду прославлять умом моим, буду прославлять. Смотри, если мы возьмем твой теннисный стол, поставим его у Влада и будем против туда играть. Нет. Ты хорошо сегодня не хочешь убирать. Давай, мы же все живем 5 минут друг от друга. Давай поставим себя у себя стол. Женя, давай поставим у тебя ты. Хочешь? Для чего тебе машина? Не надо. Для невесты? А, нет, ты что, для жены. Ну, а для чего? Для красивой машины? Для жены. А, окей. Красивее, чем как машина. Должна, конечно, красиво быть. Как жена. Это Андрюша. Да. Ай, ты снимай. Дрессировать можно, послушно. Каждый человек загорелся моим святым огнем.